Всем добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите канал «Мы живем в Латвии». Сегодня у нас четверг, 3 августа 2023 года. А новость у нас будет очень интересна. Послушайте внимательно, друзья. Даешь всенародного президента. Завтра, именно завтра, начинается сбор подписей. Граждане Латвии смогут подписаться за референдум по важным поправкам в Конституцию. Итак, вот сегодня именно, 3 августа, Центр избирком зарегистрировал инициативу о сборе подписей за референдум по изменениям Сатверсмы, касающихся выборов президента. Представители согласия призывают латвийских граждан высказаться за проведение референдума с тем, чтобы уже в ближайшем будущем главу государства выбирал весь народ Латвийской Республики, а не только 100 депутатов Сейма. По мнению авторов конституционной инициативы, выборы президента должны перестать быть предметом политического торга. Глава государства представляет всю страну, всех ее жителей, и стало быть, именно сам латвийский народ, как согласно Конституции, источник власти и должен получить право выбирать президента на прямых выборах. Чтобы был назначен референдум в течение года с момента начала сбора подписей, необходимо будет собрать около 155 тысяч подписей граждан, подчеркиваю, граждан Латвийской Республики. Подписаться довольно просто. Для этого надо зайти на портал latvia.lv, идентифицироваться правильно, да, через интернет-банк, ну, чтобы понятнее было, я повторил, чтобы не было ошибок, и поставить свою подпись под проектом поправок в Конституцию о переходе на всенародные выборы президента. Надеюсь, друзья, вам эта информация была полезна и вы понятно, как зайти. Еще раз повторяю, заходите по адресу, зайти на портал latvia.lv, идентифицируйтесь через интернет-банк и поставьте свою подпись под проектом поправок Конституцию о переходе на всенародные выборы президента. Мое мнение, скорее всего, вот кто нас давно уже смотрит, вы уже знаете. Если народ будет двигаться, шевелиться, хотя бы двигаться, шевелиться, ну как, не сидеть просто на кухне и, извините, я сейчас добавляю, я эту новость закончу. Я адрес вам сказал, уже даже два раза повторил. Завтра начинается, друзья. Сегодня только это все утвердили. Если будет народ не просто на кухнях болтать, а именно действовать, ну хотя бы, вот видите, да, какие-то подвижки начинаются. На этом, друзья, я буду заканчивать это видео. Поставьте лайк, пожалуйста. Большая просьба. Это очень помогает для продвижения нашего канала. Всем заранее спасибо. Подпишитесь на наш канал. Напишите какой-нибудь комментарий. Никого не заставляем. Просто просьба. Все, друзья. Желаю всем здоровья, счастья, благополучия, мира, добра и дружбы между народами. А мы, друзья, будем продолжать с вами сотрудничать и дальше. До следующих наших видео. И видео новостей, и других видео. До свидания. Всем спасибо.